Появился магазин «Склад твой инструмент». Только здесь полный ассортимент, большие скидки и подарки. Все в одном месте. 16-я линия, дом 2. Весна, пожалуй, самое трудное время для аккуратных и бережливых водителей. Только приехал с мойки, и впору заезжать обратно. Так что многие горожане всерьез задумываются о покупке личной автомойки. Тут главное не прогадать с мощностью. Специалисты советуют выбрать от 110 до 160 бар. Такие стоят от 4,5 до 17 тысяч. Если взять мощность меньше 110 бар, то это плохо отмоет ваш автомобиль, займет больше времени, и вам придется домывать его вручную. Если взять большую мощность, больше 160 бар, то это может повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Если же ваш железный конь не легковой скакун, а грузовой тяжеловоз, выбор все равно есть, стоят такие модели дороже. От 27 тысяч зато... Эта мойка мощностью 200 бар позволяет вымыть грузовую и садовую технику более качественно и быстро. Имеет функцию самовсасывания. Совсем скоро дачный сезон, хватит мучить себя и лопату. Мотоблоки и культиваторы сейчас вполне доступны. От 20 до 25 тысяч. Главное не мелочиться, специалисты советуют агрегаты мощностью от 7 лошадиных сил. Ну и внимание к деталям. При покупке культиватора главное обращать внимание на кованые фрезы. Они позволяют обрабатывать более твердую почву. Плюс надо смотреть на ширину захвата. Это увеличивает скорость обработки земли. А если ваши аграрные амбиции измеряются гектарами, ищите тяжелые дизельные мотоблоки. Эти чудеса техники стоят от 70 тысяч, но позволяют без труда обработать огромные площади и станут настоящими помощниками в хозяйстве. А вот бензопилы и триммеры популярны и полезны в любое время года. Стоит инструмент немногие более 5 тысяч, но его тоже непросто выбрать. Обратите внимание, чтобы у бензопил была функция легкого старта для легкого запуска двигателя. При работе в холодное время очень полезная функция – праймер. Она позволяет вам заводить при более низких температурах. Теперь вы знаете все хитрости и наверняка сумеете выбрать свой инструмент. Слово «кризис» уже многим набило оскомину, однако, как бы мы ни были далеки от валютных скачков и биржевых игр, глобальные экономические процессы влияют и на наши кошельки. Тем не менее, одеваться хочется стильно и красиво. Так как же быть, если финансы поют романсы, а новый пиджак просто необходим? Отличный выход в этой ситуации – секонд-хенд. В Америке и Европе секонд-хенды популярны давно, да и в России с каждым годом интерес к подобным магазинам только растет. Тем более сервис значительно улучшился. Теперь секонд-хенд – это большой магазин, где качественные вещи аккуратно висят на вешалках, а грамотные продавцы-консультанты всегда рады помочь и подсказать. Огромный плюс заключается и в том, что с большей вероятностью представленная одежда будет абсолютно новая, с бирками и ценниками фирменных магазинов. Ведь европейцы носят далеко не все, что приобретают для собственного гардероба. В Европе цены на качественные вещи невысоки, поэтому люди могут позволить себе достаточно часто пополнять гардероб. При этом европейцы очень практичны. Они время от времени освобождают свои шкафы, отвозя одежду на пункты сдачи. В секонд-хенды, как правило, приходят вещи из развитых европейских стран, некоторые из которых не были надеты ни разу. Многих смущают вещи формата секонд-хенд из-за вопросов санитарии. Но мало ли кто мог носить приглянувшуюся рубашку. Как дела обстоят с этим вопросом? Абсолютно вся одежда и продукция проходит санитарную обработку в газовой камере. Процедура длится 40 минут. За это время погибают абсолютно все микроорганизмы, бактерии и прочая фауна. То есть товар полностью безопасен. Кстати, покупки в секонд-хенде удивительно выгодны еще и потому, что в большинстве подобных магазинов действует очень гибкая и крайне демократичная система скидок. Скидки могут достигать 90% от первоначальной стоимости, которая и без того не сильно высока. Стабильно проводятся распродажи, а всю информацию о расписании завозов новых вещей и скидках всегда можно найти на официальном сайте. Вопрос, как пополнить гардероб без особого ущерба для вашего кошелька, всегда останется актуальным. И сегодня мы на него ответили. Секонд-хенд делает качественные вещи из Европы доступными для каждого. Благодарим за помощь в проведении съемок магазин «Мегахенд», проспект Победы, 75.